Всем привет, я Алексей Кафанов. Сегодня 12 февраля 2021 года. Это была пьеса «Сульгей» композитора Кейроса. Очень такие странная фамилия, странное название. Вроде как это бразильский танец. Мало исполняется эта пьеса, я что-то вообще не помню, чтобы ее кто-то играл, кроме меня. Мне ее в третьем или четвертом, наверное, в третьем классе музыкалки дал мой учитель Юрий Яковлев. Это было примерно 35 лет назад. Я ее тогда выучил, ну и с переменным успехом, забывая, вспоминая, повторяя ее все эти годы, что пьеса эффектная, мне она нравится. Что-то цыганское в ней есть. И вот хочу сейчас немножко о Яковлеве сказать. Я учился в школе для взрослых при ДК Володарского в Ленинграде. Это не была именно музыкальная школа, то есть у нас не было всякого там хора, ОКФ, вот этой всей ерунды не было. Ну, естественно, сольфеджио и, как это называется, элементарная теория, все это было. И специальность. Школа для взрослых, то есть там занимались все возраста. И вот мой первый учитель был Данилов. Не помню, как его звали, Валентин Михайлович. Да, Валентин Михайлович Данилов. Первые два года он меня учил. Мне казалось, что все очень круто идет. Как-то он сам так себя ставил, что он такой крутой преподаватель, так все хорошо. Потом он из школы ушел по каким-то причинам. Звал меня к нему перейти в другую школу, где-то там вообще на окраине, хрен знает где. Но, естественно, я не пошел, потому что я маленький, мне родители не позволили. И меня отдали к другому педагогу, новому, который вот появился. Яковлев. Что за Яковлев? Непонятно. Ну, ладно. Предлагают. Ну, что остается? И вот я пришел на его урок. Он какой-то такой потлатый, какие-то такие хайры, борода, зуба переднего нету. И молодой. Данилов там такой старый уже, лет там, за 50 ему было, 60, наверное. А этот молодой, лет 30, чувак какой-то такой непонятный. Думаю, ну, блин, ну что, попал вообще. Вот. И оказалось, все наоборот. Оказалось, что Данилов вообще ни хрена не умел играть. Я уже потом постфактум сообразил. Он что-то там ковырял эту самую. На заре ты ее не буди, на заре она спит в бигуди. По-моему, в обработке Иванова-Крамского, но какие-то там самые простенькие вариации. Вот. Вот от балды подбираю, примерно так вот он и играл. Это был его потолок исполнительский. А Яковлев как начал мне что-то показывать, я вообще охренел, потому что я такого даже и не слышал вообще. И мы с ним занимались совершенно по-новому. То есть, ну, Данилов я просто что-то ковырял, показывал, как обычно это бывает в музыкалках. А Яковлев со мной сдвоенными уроками по 2 часа подряд один раз в неделю, это он сам предложил, ну ладно, занимался, например, я играл один аккорд из первого этюда или прелюдии, не помню, Вилла-Лобоса, а он на это дело играл импровизацию. И мы вместе рождали что-то такое на стыке, не знаю, индийской раги, фламенко, джаза, рока, что-то такое непонятное. Я вот просто на одном этом аккорде минут 20 без перерыва, а он вот эту импровизацию играл. То есть чисто техническое упражнение вот это вот на арпеджио превратилось в часть музицирования, в часть создания музыкального произведения. Меня это совершенно поразило тогда. И, то есть, урок был не скучный. У Данилова, ну, приходишь, занимаешься. А тут было интересно. 2 часа подряд пролетали, как вообще, как 1 минута. Он меня познакомил с фламенко. Многими приемами он сам владел, он играл фламенко. К нам приходил периодически на урок, заглядывал препод джазового фортепиано. Они как-то так общались, дружили.
тоже какое-то такое общение добавочное. Такой был тоже такой своеобразный был чувачок. Такой как какой-то небритый, такой странноватый, но хороший музыкант. То есть как-то этот Яковлев Юрий Владимирович меня ввел вообще совершенно в новый уровень восприятия музыки. Я ему бесконечно благодарен, потому что, собственно говоря, вот он из меня музыканта и сделал. И он мне давал самый разнообразный репертуар, от Баха до вот это вот то, что я сейчас сыграл, показал, до Битлз, обработки из Битлов. Какие-то были элементы фламенко. Да, вот он мне, кстати, да, это он мне давал. Беренда, композитора. И он меня познакомил с Пако де Лусье. Я не знал о таком человеке. Ну, его в Советском Союзе вообще мало знали. Вот он мне как-то записи какие-то давал, включал. То есть, вот человек меня просто создал как музыканта. Потом я в музучилище учился, но по специальности мне попался человек, который никого, ничему научить был не способен за полным своим, за полной профнепригодностью и как гитарист, и как преподаватель. Поэтому музучилище мне по специальности ничего не дало. А вот Яковлев Юрий Владимирович очень много дал. Ну, к сожалению, несколько лет назад он умер. Ну вот я тоже захотел о нем вспомнить, как я о Еремине вспомнил вот несколько дней назад, тоже в таком же формате, о композиторе Еремине, который мне тоже один урок дал важный. Так вот я хочу сейчас вспомнить о Юрии Владимировиче Яковлеве, ленинградском, петербургском гитаристе и преподавателе гитары очень высокого уровня. Думаю, что о нем добрым словом могут вспомнить и многие другие ленинградские, петербургские гитаристы. Все, пока.